Ура! Цветочки девочкам сегодня тоже. И мужчинам синенький. Он нам... Ой, сколько к нам сегодня цветов приехало. Наши красавицы раздают. Спасибо, спасибо большое. Довольны? Да. Так приятно. Опа, синенький мальчик, он все сегодня. Самому заслуженному. Спасибо. Всем девочкам. Давайте. Вообще класс, красота, все довольные. Сейчас сфоткаемся. У тебя тоже хороший. Вот так. Вот так. Все с цветочками. Это красота вообще. О! О! О, так еще с сопровождением. Вот так вот. Какие молодцы. Все, а ты иди сюда. Да. Вот так. Очень приятно. Спасибо. Путешествие букетов в Сибири. У нас начинается сериал. Насколько они выжили в самолете. Та-да-да. Люда, они живые. Да. Букеты живые, а мы нет. У тебя же видно живой бузик. Продолжение путешествий цветов по Сибири, господи. Я вчера пришла, уже не было сил, но я нашла, куда их поставить. Ну, как-то... Я думала, что будет какой-то этот... Как его зовут-то? Ну, графинчик, но его не оказалось. Так что они живут в чайнике. Я решила оставить его. Ну, ничего. Да? Нормально живые. Какой и пахнет так. И у тебя такой же у меня стоит, распустился. Желтый. Надо зайти. Заходи, они там тебя ждут. Давай. Я ей все время говорю, давай выбросим. Она такая, нет. Нельзя. Нет, а я домой привезу. Нет.